Привет, друзья! Сейчас мы с вами находимся в видеоблоге, который я назвал Music Sky. Вот взгляните, пожалуйста, на эту картинку. Это один из плейлистов моего журнала. Music Sky – это в переводе с английского означает «музыкальное небо». Не путайте, пожалуйста, потому что есть еще Sky Music, то есть переводится как «небесная музыка», а у меня Music Sky, музыкальное небо, ну то есть я имею в виду огромное разнообразие музыки. Именно в этом блоге я рассказываю об идее возникновения той или иной песни, которых у меня уже здесь достаточно много, в том числе и моих собственных или авторских. И вот о такой песне сегодня и пойдет речь. Я решил показать вам видеофрагмент моей видеозаписи по этой теме. И давайте вместе посмотрим его прямо сейчас. Пожалуйста. В 1978 году я, в содружестве с поэтом Яном Гальпериным сделал песню, ну, сочинил, если так можно сказать. Значит, она называлась «Опоздание». И вот лет где-то эдак 5 назад я сделал ремейк этой песни, записал ее у себя в студии. И вот теперь пойдет речь о самом главном. Значит, примерно в это же время, лет 5 назад, я познакомился в интернете в переписке с американским музыкантом Кенни Сеттоном. Кенни живет в Денвере, Соединенные Штаты Америка. Точно так же увлекается, записывает свои песни, значит, позиционирует их на разных ресурсах музыкальных. Кстати, я с ним познакомился, есть такой ресурс американский, значит, Reverb Nation. Вот. И ему очень понравилась моя вот эта вот песня, которая называется «Опоздание». И он мне сам предложил, а давай вот я типа напишу текст американский, сам спою на английском языке, вот. И мне это вот стало очень интересно и увлекательно. Думаю, а действительно, что из этого может получиться? Понимаете, и сейчас я вам покажу этот ремейк. Значит, ну что меня приятно удивило? Это то, что американцы имеют определенно свою мелодику, свой мелос, если так можно выразиться. Потому что мелодика наша, отечественная, российская, она, ну я бы сказал, такая более утонченная, более богатая. И для американцев она немножко сложновата. Вот, поэтому они вот, мне вот этот эксперимент был очень интересен. Поэтому я вам на ваш суд представляю окончательный вариант моей песни, который уже вошел в мой архив, который для меня чрезвычайно дорог, и я хочу им с вами поделиться. Snow.
Are you going far?